Всем привет! Сегодня будем ремонтировать супер. Я всегда на домкрат и чурочку подставляю для подстраховки. Ну, колесо, чтобы освобождено было. Вот оно зажато даже сейчас. Не крутится. Колодки зажаты. А вот и потом наполовину вес распределяю. Ну, немножко, чтобы на домкрате оставалась основная часть веса на чурке. Такая система. Значит, барабан вот заклинен намертво почти что. Но с колесом еще руками проворачивается, да? Так ни в какую. Здесь вот все будет напрочь. Сейчас попробуем здесь крутить. Было. Здесь выбивается, сейчас выбьет этот вот штырь, потом отойдет эта пластина, выйдут накладки. Но прежде надо разжать суппорт, он зажат. Это я сделаю, наверное, стравлю немного жидкости. Так вот. Значит, были какие идеи? Йозеф советовал, значит, снять накладки и попытаться выдавить цилиндр, не снимая суппорт. Вряд ли, думаю, здесь это выйдет все. Здесь не хватает расстояния. Это 100% не выйдет. Значит, сейчас будем пытаться уксусом вот эти вот смазать части. Оставим их на полчаса. Пока я разберу вот это все, потом уксусом смажу. Все приперлись. Вот я как только начинаю это, ко мне то вот эти вот лапки придут. Вот, при откручивании, значит, видите, да, трубки крутятся, идут. Даже уже на гранях. Не, ну я... Вот такие ключики есть. Даже если я его сюда надену, этот ключик, специально. На 9.11 у меня один, а второй на 10.8. Даже, но все равно прокручиваются трубки. Поэтому... Сейчас попробуем вторую. Вот они после ВДшки. Суппорт тоже снять не получится. Ничего здесь не выходит, короче. Ключик я себе на 11 брал. Такой выбирал пошире, чтобы было. Потому что все вот эти вот они по жизни обходятся. Ну никак мне не разжать, потому надо стравить немного жидкость. Даже этот. Вот этот обошел, все отлично. Я так понимаю, кроме как таким, а он сюда не подлазит. Отлично вообще, прекрасно. Может здесь травиться. На шланжик бы еще на тот, наверное, оделась бы. Вот это вот. Может пойти попробовать на наждаке обточить. Но это как-то более плотно. Ну, пошло. Ни хрена. Сейчас буду делать следующее, значит, трубки буду, видимо, сейчас постоят они еще немножко. Это вот у меня работает сейчас ВДшка. Сейчас пойдет уксус. Сейчас пускай постоят, отмокнут немного. Петушня задолбала. Там везде петушня задолбала.
Понимаю, здесь как-то соединение идет с этими суппортами через магистраль внутри суппорта. Вот у меня в боксере эта часть просто ходила отдельно. На болтах, так, как бы за счет того, что это отходит, раздвигается и это после упора в барабан. Здесь мертво стоит суппорт. Где-то здесь будет идти по каналу тормозуха под давлением. Вот, как-то надо их разжать сейчас. Таким макаром и второе. Мне кажется, что вот эти вот потроха, которые здесь есть, может, их позакусывало просто цилиндрами, и вот они не ходят. Сейчас попробую немножко выдавить дальше, выжать. И потом вот так вот монтировочки буду их попробовать раскачивать. Так мистер Тролль советовал. Ну, по совету Йозефа тут не выходит. Вряд ли они выйдут настолько, чтобы барабан не даст. Барабан откручивать... Да он и не снимется, даже если я его откручу, здесь никак он не сойдет. Вот. Ну, как вариант, придется перекрутить тогда. Он закрутился. Перекручивать трубки, глушить цилиндры. Завтра еду, съезжу туда на рынок и возьму новые трубки. Либо развальцую. Здесь стоят металлические, вот плохо, что делают их уже металлические. Раньше вот в старых совдеповских авто они стояли медные. Вот. Сейчас вытащу эту. Вот про эти я говорю, вот. Это оно все здесь порванное. Возможно, что оно вообще ходит хоть. Мертво стоит. Ну, с таким усилием, конечно. Да. Это вообще не двигается. Капец, короче. Ну, вот этот вот еще удалось с такими усилиями. Надо загнать. Вот эти четыре, видно, никакими усилиями. Вот. Не получается. То же самое с болтом. Короче, грани обошлись. Железно. Так что, если пойдет, то пойдет. О, есть контакт. После всех попыток, которые не принесли успеха, цилиндр не выходит, суппорт не снять, уксус не помог, ВДшка не помогла. Переходим к последнему совету. Нагреву. Включим тихонько так, видно там. Небольшим огоньком, чтобы аккуратненько. Что там горит у нас? Так, ну одну мы хорошо прогрели. Очень хорошо даже. Может, пойдет?
О, вопросы отпали. Держись. Кипяченая жидкость. Страшно для носки надо идти надеть. Там температура сейчас у меня, раскаленный металл. Стремно как-то. Вот она победа. Вот она, милая. В общем, со всех способов сработал только один. Оказывается, ребята, здесь трубки-то медные. Вот у меня в Пежо. Я не знаю, как в современных Мерсах, но вот это действительно техника. У меня в Пежо трубки погнили, потому как они металлические. Все, здесь медь стоит. Единственное, что выручило, нагрел, короче. Ни уксус, ни ВДшка, ничего не помогло. Так как накладки лопнули, суппорта сегодня не сделаю, ехать нужно завтра. Поэтому, значит, с тем, как открутили трубки, мы посмотрели все. Сейчас я заглушу, съезжу, завтра приеду, послезавтра буду снимать суппорт, ремонтировать. Это продолжим видео. Пока подбираем гвоздь, который входит в трубку. Приблизительно так. Откусываем его. Ну, где-то сантиметр, чтобы был. Они потом легко очень... Вот у меня здесь две трубки. Я делаю два таких кусочка. Вот такой же гвоздь. Опа, откусываем, получаем вот два таких. Дальше берем нитку простую. Я взял, какая под руку попалась, такую взял. Наматываем на нее, на гвоздь нитку. Так. И так. Вставляем сюда. Опа. И также делаем со вторым. Берем. Глушить. Тормоза никому не советую. Я делаю это исключительно в экстренной ситуации, потому как мне нужно ехать. И отложить я не могу поездку. Делать это нельзя. Ну и устанавливаем все на место. Давай. Жмешь? Да. Сильнее жми. Пусти. Нажимай. Все. Отлично. Все заглушено. Подтеки тормозухи нигде нету. Подтеков. Впоследствии глушу не первый раз, так откручиваются болты, гвоздики вынимаются очень легко, они не стопорятся там. Все восстанавливается моментально. Ну вот так вот. В общем, решение проблемы с откручиванием. Только так. Все, всем пока, удачи.